Я очень люблю серфинг. Одевать блестящий обтягивающий костюм и лететь по волнам, когда развивается твоя борода, и ты ни о чем не думаешь, и слушаешь только музыку серф. Короче, я позвонил. Я говорю, можно я серфингом позанимаюсь? Они говорят, окей, да, без проблем. Езжай. Ну, недалеко. Я говорю, у меня 150 километров до океана. Они говорят, окей, ну, это на усмотрение полиции. Я такой, на усмотрение полиции, это как? Ну, там тебя полиция остановится, решит, будет у тебя штрафовать на 1600 долларов или нет. Полицейский такой встал, злой. Дети придурки, жена дура. Звудуна. И тут видит меня. Я такой, о, окей, у меня не будет проблем. Yes!